Так, осталось совсем немного и... Так, нет, все, короче, утром доделаю. Зачем я ночью этим занимаюсь, а? Огороды, как говорится, не волк, в лес не убегут. Ну ладно, хорошо, сейчас последний ряд пшеницы доделаю и уже пойду спать. Но с другой стороны, если я сейчас все сделаю, то утром я смогу поспать подольше. Наверное, все-таки закончу огороды сейчас. Ля-ля-ля-ля. А? Что это было? Мне показалось, или был какой-то звук. Так, ладно, все-таки закончу утром. Надо во... Ё-моё! Что за фигня, я не понял. Черт, сколько время? Чё? Время 3 часа ночи. Что за фигня, ребята, доброе утро? Погодите, дайте хотя бы глаза протру, я что-то ничего не понимаю. Вы слышали крик? Кто-то кричал. Или мне это приснилось? Я что-то прикол не пойму. Так, погодите. Факел, где? А то ни черта вообще не видно. И чего? Ё-моё, яркий свет. Ладно, хорошо, погодите, ребята. Я на улице слышал какой-то крик. Что за фигня? Вроде никого и ничего нету. Чё? Ладно, погодите, давайте выйдем на улицу. Эй! Кто здесь? Здесь кто-нибудь кричал или нет? Я что-то понять не могу. Мне это что, походу, реально приснилось? Походу, да. Так, ладно, хорошо. Давайте... Ё-моё. Какая же сегодня красивая луна. Вы только посмотрите на это. Вся деревня спит. Видимо, мне показалось, и никто не кричал. На главной улице в деревне тоже никого нету. Видимо, мне это просто приснилось. Какой-то непонятный... крик. Чего это? Я не понял. Что тут произошло? Смотрите! Почему огороды сломаны? А это что такое? Я не понял. Погодите, ребята, мне что? Мне не приснилось? Реально, что ли, кто-то кричал? Слушайте, я что-то не очень хочу тут находиться. Житель! Ты что, сумасшедший, что ли? Ты нафиг меня так пугаешь? Капот, нафиг ты кричишь среди ночи? Да потому что ты меня напугал! Не-не-не, ты до этого еще кричал туда? Не-не-не, до этого не кричал. Я тоже вышел на улицу, потому что кто-то кричал. Это ты кричал? Нет, это не я. Я проснулся от какого-то крика. Вот не поверишь, я такая же фигня. Я проснулся от того, что кто-то кричал. А теперь видишь, что здесь? Ё-моё, что это? Я не знаю, я это только что заметил. Я сам только что проснулся, а сам ничего не понимаю, что произошло. Ну, я слышал какой-то отчетливый крик. Да, я тоже слышал. Ё-моё, да ты что меня так тоже пугаешь? Жители, трэш какой-то творится. Да, Капот, может вызвать полицию? А в честь чего вызывать-то полицию? Вдруг это зомби какой-то рычал, я не понимаю. Так, жители, может нам лучше тут не находиться, а посреди ночи? Может все назад пойдем спать? Да, я думаю, это лучшее решение. Да, давайте все лучше по домам. Все, жители, договорились, давайте все идем по домам спать. Ну его нафиг тут находиться ночью. Мне что-то даже, если честно, уже стрёмно как-то на улице находиться. Хочется поскорее домой забежать и нафиг тут закрыться. Так, тихо, дверь закрываю на ключик на всякий случай, а свет тушу и еду. Иду спать, наконец-таки. Точнее, я бы даже сказал, иду продолжать спать, а то меня разбудил этот страшный крик. Ладно, хорошо, ребят, на утро будем разбираться, что это было, а сейчас, извините, я спать. Черт, мне теперь как-то самому страшно ходить ночью по этой улице. Ладно, хорошо, нужно идти попробовать уснуть домой. Так, гребаный замок. Раз барашек, два барашек, три барашек, четыре барашек. Ё-моё, я никак не могу уснуть. Черт, вот я услышал этот крик, а теперь никак вообще не могу уснуть, очень страшно. Да и сон, если честно, уже как бы пропал, и спать совсем не хочется, а время-то 4 часа ночи. Или 4 часа утра, кто как там обычно говорит. Ладно, короче, это не так важно, но то, что мне... Ё-моё, тихо, тихо. Ребята, тихо, ё-моё, что за фигня? Я не ждал никаких гостей в 4, я не хотел! Капот, открывай, это я! А, погодите, это походу житель. Уже бегу, житель, уже бегу. Так, сейчас дверь открою, заходи, чё стоишь-то? Капот, творится что-то страшное. В смысле, ты о чём, а, ты о крике? Нет, житель в белом, он куда-то пропал. В смысле, житель в белом куда-то пропал, в смысле, куда? Не знаю, я тоже услышал, он тоже кричал. Я выхожу, дверь у него в дом открыта, а его нету. В смысле, ты чё, шутишь, что ли? Ты угораешь надо мной? Чё за троллинг? Я не троллю, как бот. Не-не-не, я тебе серьезно говорю. И вдалеке, в лесу, я увидел силуэт какого-то странного жителя. Я его даже сфотографировал. Вот, держи фотографию. Фотографию? Ну, давай сейчас посмотрим. Ну-ка,
Офигеть, житель! Это что на фотографии? Компотный, я сам не знаю, какой-то очень странный житель. Я просто как его увидел, я его сфотографировал, и давай бежать до твоего дома! Ё-моё! Компот, я предлагаю вызвать полицию! Погоди, рано еще вызывать полицию, ничего же такого не... Ой, ё-моё! Что это было? Что, житель, что это? Компот, кто-то разбил тебе стекло! Да я, ты вижу, что кто-то разбил мне стекло! Не-не-не, житель, явно надо звонить в полицию, 100% надо вызывать полицию! Так, давай сейчас наберем номер полиции. Ну чё там, Капот, чё там? Погоди, житель, звонок, звонок. Полиция Майнкрафта, слушаю. А, здравствуйте! Скажите, пожалуйста, срочно, мне нужны полицейские. В деревню жителей номер 13. Тут к нам в деревню пробрался какой-то очень странный житель. Опишите этого странного жителя. Ну такой какой-то странный весь житель, непонятный, с красными глазами. Алло, вас плохо слышно, я говорю, опишите жителя. Алло, я говорю, житель с красными глазами, слышите? Алло! Алло! Какого фига? Житель, связи нету. Чёрт, Капот, что нам делать? Если мы не можем позвонить в полицию, то остается только бежать. Не-не-не-не, мы с тобой будем бежать и вызывать полицию, потому что ну его нафиг, мы житель с тобой в опасности. Да, но нужно разбудить всех остальных в деревне, и чтобы они проснулись, и мы вместе все ушли отсюда. Да, нужно срочно и экстренно всех будить. Побежали за мной, срочно. Так, ты, короче, иди в этот дом, буди всех, а я буду тут в тех домах будить. Так, побежали, 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 нужно срочно всех разбудить. Так, эй, жители, вставайте! Жители? А где все? Жители, вы где? В этом доме никого, странно, тут обычно минимум 5 жителей всегда спит. Что за фигня творится? Ё-моё, эй, житель, а ты там нашел что-нибудь? Нет, Капот, тут никого. Странно, почему там никого нету, что за фигня? Ладно, хорошо, погнали, тогда будем дальше будить жителей. Так, побежали сюда. Эй, жители, срочно вставайте, экстренно вставайте. Тут тоже никого нету. Какого фига? Это вообще нездоровая ситуация. Так, ребята, побежали срочно сюда, в эти дома. Так. Тут никого нету. Давай сюда. Эй, жители, кто-нибудь! Тут тоже никого нету. Куда подевались все жители? Вот смотрите, там наш житель стоит. Интересно, он кого-нибудь там нашел. Эй, житель! Ну что, ты кого-нибудь нашел или нет? Нет, Капот, в этих 4 домах пусто, никаких жителей нету. Да как? Этого просто не может быть! Как могли пропасть все жители из деревни? Это чертовщина какая-то! Я не знаю, Капот, но я смотрел все дома. Да я тоже смотрел все дома. Не знаю, может, ты плохо посмотрел. Давай не знаю, вот сюда вот. А! Ё-ма! Житель, валим! Отсюда бежим! Валим! Бежим! Бежим, чёрт, срочно, экстренно, ребята, нужно убегать отсюда, быстрее, дверь, а, ё-моё, что с моим домом, чёрт, ладно, это не так сейчас важно, быстрее, забираем с собой ноутбук, я буду сваливать из этой деревни, срочно, все предметы, я забираю абсолютно все. Бум, короче, пофиг на это, не-не, факел с собой, всё, убегаем, валим куда-нибудь туда, я не знаю, чёрт возьми, куда угодно. Бежим. Я не знаю, насколько далеко я от деревни нахожусь, но я не остановлюсь. Я буду бежать дальше. Я сейчас в очень темном лесу. Так, срочно. Дальше. И я не буду останавливаться. Так, за мной никто не бежит. За мной никто не бежит. Вроде никто, ребят, не бежит. Так, ладно, хорошо. Можно и передохнуть, потому что я уже замучился бежать просто. Так, ладно, погодите. У меня с собой телефон. Так, а у меня факел-то есть с собой? Да, отлично, я его взял. Шикарно. О, все. Теперь хотя бы будет посветлее. Теперь хотя бы будет не так страшно. Так, я хотел позвонить еще раз в полицию, попробовать. Так, набираем номер. Давай, звонок. Иди, пожалуйста, иди. Полиция Майнкрафта, слушаю. А, да, здравствуйте, это я вам звонил касаемо деревни номер 13 и... Да, деревня жителя номер 13, я помню, что-то связь оборвалась, вы говорили про какого-то жителя? Да, я говорил про жителя с красными глазами, он еще в такой темной одежке, он сейчас в деревне, и я сбежал в лес, потому что мне было очень страшно, он напал на меня! Так, правильно сделали,
Главное, оставайтесь сейчас в безопасности. Если снова увидите этого жителя, то бегите и звоните нам, то есть в полицию. Я высылаю к вам отряд. Все, давайте, давайте, пожалуйста. Пусть полиция как можно скорее приедет в деревню номер 13. Там еще житель, он возможно, пострадал в такой фиолетовой одежде. Понял, все, экипаж выехал, скоро будет. Все, спасибо вам большое, жду. Так, ребята, отлично, я смог дозвониться до полиции. Полиция вот-вот приедет в деревню номер 13, и она должна все разрулить явно. Я уверен, у них получится. Ух, капец, меня этот житель напугал. Вы еще раз посмотрите на него и... Чего? Какого фига? Че с фотографией? Я не понял. Вы это видите? Что стало с фотографией? Какого фига? Не-не-не-не-не. Я ее больше в руки не возьму. Она была абсолютно нормальная, а сейчас она как-то очень страшно выглядит. Так, ладно. Я не очень хочу долго находиться в этом страшном ночном лесу. Надеюсь, что полиция уже в деревне. Какую странную местность нас вызвали. Так, напарник, что тебе известно? Нас вызвали в деревню номер 13, говорят, тут какой-то странный житель бродит. Странный житель, говоришь? Ну ладно, сейчас разберемся. Так, ты пока оставайся здесь, если что, прикрывай меня, ладно? Расскажите, капитан. Все, отлично, держи руку на пульсе, потому что вдруг мне понадобится подкрепление. А я пойду поспрашиваю жителей, что тут происходит. Правда, ночь на дворе, и света в деревне нету, видимо, все спят. Ну ладно. Ладно, зайду пока что в кузницу, спрошу, кто там живет. Алло? Здрасте? Я войду или нет? Так что-то мне это не нравится. Полиция! Что, черт возьми, тут такое? Что это было? Эй! Полиция Майнкрафта, я говорю! Что за чертовщина, я не понимаю, тут творится. Что? Там кто-то явно есть. Я говорю, полиция Майнкрафта! Старший офицер! Всем стоять, не двигаться! Тут никого нету. Какого черта? Так, ладно. Эй, напарник, подойди сюда, пожалуйста. Напарник, прием! Вызывает офицер! Ты меня что, не слышишь, что ли? Напарник, я тебе говорю! Подойди сюда! Черт, чем он там занимается, я не понимаю. Почему он меня не слышит? Напарник, ты что там, уши компотом моешь или что? Я не понимаю. Алло! Странно, его нет в машине. Какого черта? Я же сказал ему оставаться здесь. Видимо, тоже пошел проверять. Настырный, прям как я в молодости. Ну ладно, хорошо. Полиция Майнкрафта, стоять! Тут даже никого нету. Черт возьми, что творится? Какая же сегодня красивая луна. Огород этот... Опачки. Секундочку, я походу что-то нашел. Запишу это, пожалуй, в книжку. Так, нашел непонятное пятно красного цвета. Прямо возле сломанных огородов. Напарник не выходит на связь. Так, эй, напарник, алло, ответь, ты здесь или не здесь? Я не понимаю, какого фига? Да куда вообще ушел? Почему ты не отвечаешь на рацию, напарник? Ё-моё, не, бесполезно, я с этим ухом больше дел иметь не буду. Ладно, нужно двигаться дальше, наверное, в расследовании. Буду дальше заходить в дома. Так, зайду-ка в этот вот дом, например. В принципе, он неплохой. Полиция!